Я считаю, что журналисты должны ездить в горячие точки, потому что мы не сможем узнавать ничего, если их там не будет, это во-первых. И, конечно же, я понимаю, что это опасно, вот, но какая работа без приключений не нравится человеку? Если человек хочет, он едет, если не хочет, его же не заставишь ехать.